На первом этаже здания бывшего медиа-центра, которое теперь передали Сириусу, расположены научные и творческие лаборатории для занятий одаренных детей. Накануне они делились с президентом своими проектами и разработками. Все ребята – победители профильных олимпиад. Со школьниками работают именитые ученые и тренеры, народные артисты. Но здесь педагоги делают ставку не на разовые, пусть и сложные задачи, а именно на проектную работу. Образовательный центр был открыт по инициативе президента в прошлом году. За год обучения здесь прошли 7 тысяч одаренных школьников. Каждый месяц со всей России сюда приезжают по 600 ребят.